Сидел темной ночью один с непривычки, с бутылкой портвейна я думал о личном, конкретно о том, как тогда необычно явилась ты мне, что ни свет, ни заря. Ты громко рыдала, что путь потеряла, отчаянный взор устремив мне глаза. И тут осознал я, что это знамение, я должен помочь ей пойти за меня. На-на-на-на, я должен помочь ей пойти за меня. И пойти за меня. Мы сели в карету, точнее в машину, но в общем не важно, отправились, да. Она улыбалась, а я распинался, ключи в Дон Жуана и фразы метав. Спустя минут 10 решил я, что полно томиться в себе, и взглянув ей в глаза, запел серенаду от чистого сердца. И вот как в итоге звучала она: прошу прощения за то, что столь настойчив. Признаюсь, очень сложно перед вами устоять. Хочу, госпожа, я стать Дон Кихотом вашим. Прекрасней в мире нет вас, Дульсинея моя. Но тут внезапно опустился на нас мрак. О боже, только не сейчас успел подумать я. Очнувшись в гипсе, без бриллиантов, я лежал и страдал, но не от боли, а скорее от терзания вопросами. Где и как она, и что за чертовщина оторвала меня от нее, за которую я душу продал дьяволу. Скажите мне хоть кто-нибудь, что она цела. Долго ждала, признал, что все это время молилась, что Бог приберег того славного рыцаря. Того, кто своею настырностью спас, овладев ее сердцем здесь и сейчас. Боже, как я счастлив, не передать словами, вспоминая, как послал ты мне этого ангела, что сейчас крепко спит, пока я тут один портфель разбиваю. Понимаю, что жизнь прожита не зря.